девочки, мальчики, всем доброе утро. Сегодня следующий день. Сегодня мы едем уже на Бровары. Собираемся понемножку. Мама пошла на огород, так как пока дождя нет, который обещали. Хотя гремит, и гремит уже часа три. Вот, мама пошла на огород помочь мне с клубникой сорняки порвать и с малиной. Там немножко, правда, такой небольшой участок, но есть работка. Вот, а я сейчас завтракаю, потому что вчера ужин у меня был только арбуз и чай зеленый попила еще с самим лавашом. А что ж там лаваш вообще, я считаю, 0 калорий, там немного их. И в итоге я кушать сильно хочу. Сейчас почти 11 часов, надеюсь, видно. Вот такой у меня завтрак, сейчас покажу какой. Очень, кстати, вкусный. И называется он «Быстрый завтрак на скорую руку». Это муж увидел то ли в Инстаграме, то ли на Фейсбуке рецепт. Вот, сегодня выложила уже влог, оформила его. И, кстати, у меня кофе с молоком еще пью параллельно. И пойду мыть баночки, готовить овощи, буду закрывать лечо, потому что очень много перца уже наспело, и помидоров надо использовать, чтобы меньше тянуть у бровары, потому что в броварах я не сильно хочу закрывать, мне проще здесь. Вот, так что вот такой у меня завтрак уже. Такую половинку я скушала. В общем, что у нас здесь? 2 яйца взбитых. Заливается на сковороду. У нас такая большая круглая сковорода. Ложится сверху круглый лаваш. Мы покупали круглый лаваш. Потом переворачиваете. Вот. И вылаживаете посерединке. Колбаска, натертая на терку крупную. Помидорчик нарезанный и сыр. И, в общем, получается вот такой завтрак на скорую руку. Вот. Это как бы изнутри получается яйцо. Вот так вот все выглядит. Колбаска там нарезанная. Очень аппетитно и сытно. Я уже половинку съела, чувствую уже сытость. Не знаю, буду я эту часть есть или нет, потому что у меня еще кружка кофе с молоком. Ладно, девочки, смотрите дальше влог. Приятного просмотра. Фух, вся вспотела. Помыла полы. Теперь хочу пойти в беседку. Сережа приготовил мясо с овощами, мясо оставалось со шашлыка, и я пойду, можно сказать, пообедаю. Водички обязательно уже выпила 2 стаканчика. Сейчас вам покажу, сколько леча у нас, лечо получилось достаточно таки много, и еще 2 баночки помидоров. В общем, вот такие баночки, 430 вроде бы миллилитров, такие с крышечкой, что закручиваются. 1-литровая. В общем, еще 0,5 литра осталось, да? Ну, так что нормально так рассчитала. Отличненько. 2 пол-литровые, литровая. Получится 1, 2. Ну, грубо говоря, 3, 4, 5. Ну, где-то 6 литров лечу. Такое красивенькое. И сейчас вот помидорчики закроем. И все, и поедем уже на бровары. Сделаю себе кофе. Мама там покушает и поедем. Пришли мы только что с АТБ, в Еву заходили. В общем, покажу покупочки. Мы же уже в Броварах. В общем, так, это в Еве покупки. В общем, тетрадки вот такие моряшки купила. В косую линию и в клеточку. Надо 2 тетрадки тех и 2 тетрадки тех. Вот такие. Вот тетрадочки купила запасом. Пускай будут. На, моряшка. Смотри. Сережа взял себе гель для бритья. От Нивея. Он только Нивея покупает. Я себе новый взяла. Бальзам для волос от Глискур. И укрепляющий шампунь. В общем, вот такой.
стойкость и блеск. В ВТБ были вот такие. Это, кстати, в Еве было куплено. И в Еве были куплены обложки. В ВТБ не было обложек для тетрадок. Как раз 9,99 стоит. Карандаш бесплатно достался. Так, там берешь два продукта, третий бесплатно. Ну, блин, и так стоит 2,39, по-моему. Клей 9,99. ПВА. Это все нам, моряшки, в школу. Дальше вот такой стаканчик мерный был. Мне понравился небольшой. У нас побольше есть в селе на литру, а это на 400 мл. Думаю, возьму 14 с копейками. Антисептик тоже взяла Марьянке в школу. Нужно. Масочка обязательно будет. Мороженое вот такое по скидке 60 гривен было. Монако мини штучки. 6 штук получается. Вот хлеб. Мороженое Злате вот такое. Стакан великан 14,90 вроде бы. Себе овсянку по 22 гривен взяла. Не хлопья, а просто овсянку на завтрак варить, потому что броварах у нас нет. Соломку взяла по 3 гривны с копейками. Сухари с изюмом по скидке были по 13 с копейками. Влажные салфетки это с Евы по 8,99. Это какие-то там вроде было написано корейские или как-то 15 штук антибактериальные. Тоже Марьянке в школу сказали салфетки. Так, чай по скидке взяла 25 гривен. Это у нас травяной чай. Буду вечерами пить. Здесь идет что у нас? Мелисса или мята. Сейчас посмотрим, что у нас здесь идет. Смесь зеленого, байхового, древного, ароматизированного. А, это какие они вообще бывают? Травяной. И Сережа взял себе йогурт, в общем. Такие вот у нас покупки. Все, мы с Златой покушали борщик, бабушка сварила. Здесь и перчики, и аджики добавили, которые немножко оставалось сила. Хочу же показать, какой мы портфель упаковали. В общем, здесь папка для трудового, в которой канцелярия, имею в виду там ножницы, картон, цветная бумага, краски, по-моему, да, или что там, Ариана? Вот еще что. Дальше, три учебника с английского. Это все на понедельник сложено. Здесь тетрадка письменная, две такие. В общем, я в прошлом году показывала, какие у нас салфетки. Потом дневник. Я сегодня купила самый обычный, был по 40 гривен. Но думаю, на второй класс покупать какой-то крутой не стоит. Все равно там записывают только уроки и домашние задания. В общем, вот такой дневничок. Надо красивый. Еще заполнить его здесь и написать. В общем, пишется... расписание и... А, нет, не здесь. Где там? Дни рождения друзей. Ага, вот расписание. Вот, что мы там еще купили. То есть я сегодня 3 раза бегала в магазин. 1 раз за канцелярией, 2 раз за обложкой, 3 раз за водичкой. 5 литров воды купила, потому что фильтр у нас... в селе остался. В общем, купила 2-сторонние вот такие фломастеры, которые Марьяна и не заклеила. Хорошо, кстати, пишут. Это у нас такой магазинчик дешевый. Smile Price. Стоит 25 гривен. Не знаю, в других городах Украины есть такие магазины или нет. Так, что я еще купила? Читанку сюда положила к тетрадкам, чтобы меньше места занимала. Обложки покупала вот такие. Большие. Ага, читанка, да. Марьянка уже вытянула. Надо сегодня почитать. Лениться, капец. В общем, ручку шариковую купила. Скотч цветной она хочет свои фломастеры выделить. Марьяна, ты так натрамбовала свой портфель, что ничего не достать. Чего ты таке оце понароблила? На, еще наклейки брать у школу, а? Ручка новая. Де я тебе купляла? Де ты едила? Вот тут. Вот тут, зачем тебе 10 ручек в школу, господи. Так, папку Марьянке вот такую для маски даю. Так, закладки где-то были. Для книжек еще я покупала. Давно Марьянки не было еще на свете. Здесь ручки. Ручку я тебе красную принесла, где ты едила? Тут было. Марьяна, давай ты борща вже поїси, потім будемо ритися. Туди-сюди будеш совати книжки, знаєш, що з ними буде? Що?
Что с нами будет? Зашморгани будут. Капец. Ой, я не знаю. В общем, спаковала Марьянка. Две эти не нужны тебе стирачки две. В общем, синие ручки вот такие я положила. Не знаю, которые можно будет писать. Какой разрешит учительница, такой будет писать. Не знаю, вот такая она как более гелевая идет. С таким тоненьким наконечником. Не знаю. Скорее всего, не разрешит писать. Вот такой нормальный наконечник. Вот. А, вот ручку. 8 гривен стоит такая ручка. Когда-то были они вообще по 1,50 гривен, когда я училась. То ли по 80 копеек, что-то в этом роде. Капец, 8 гривен, обалдеть. Ой, Марьяна, Марьяна. Сидим, учим уроки, которые пропустили. Домашнее задание выполняем. А я тем временем уже приготовила творожную запеканку. Творог сегодня купила. Такая прям поднялась, но уже начинает опускаться. Ждем, пока остынет хотя бы полчаса, потому что она как горячая, она мягкая, не особо вкусная. Она вкусная, когда холодная. Забыла, можно было бы добавить вишни засушенные, которые я в прошлый раз добавляла, как готовила мультиварки, но в принципе, Марьяна и Злата так кушать не будут. Им что-то с вишнями не понравилось. В общем, уже ручками пишем. А в АТБ хочу показать карточки, сколько мы уже карточек насобирали. Кто коллекционирует такие карточки, там игра в телефоне, приложение Арена АТБ, скачиваешь. Сегодня одну мне такую дали. Я скупилась на 100 гривен, только одну получила. Вот, акционных товаров не покупала. Именно по, для, ну, как сказать, что дают по ним потом, по тому товару, если берешь карточку на него. В общем, получила одну карточку, только приобретя на сумму 99 гривен. Вот так вот. Я и купила мороженое фисташковое в ведерке. Будем уже попозже кушать. Сережа уже доезжает с работы. Я вот такая взлохмаченная забегала сегодня. Но зато бровки накрасила. Наверное, буду закрывать влог. Сегодня как-то на вечер уже стало пасмурно. Спасибо, что меня смотрите. Я думала, месяц не буду снимать, выложу влог. Посмотрит от силы 20 человек. А так просмотры за сутки быстренько, нормально так набрали. Но монетку мне еще не подключили. Жду подтверждения. Пока что обновляется уже 2 дня. Подтверждение это пока еще ничего. Так что спасибо, что смотрите меня. Огромнейшее спасибо вам. Ставьте пальчики вверх, потому что пальчиков вверх почему-то очень мало. Люди смотрят, либо YouTube лайки отбирает. В общем, не пойму как. Ой, Марьяшка перепила. Ладно, девочки, мальчики, всем пока-пока.